Отключение электроэнергии на полуострове на работу Крымского отделения Пенсионного фонда России не повлияет. Об этом сотрудники отделения объявляют во всеуслышание. Изменения коснулись разве что только порядка подачи документов и обращений. Порядок этот, значит, установлен подачей заявлений на бумажных носителях в период отсутствия электроэнергии. Сам заявитель заносит необходимую информацию собственноручно, подает необходимый пакет документов и уже при подаче света специалистами территориальных управлений обрабатывается данная информация, она вводится в электронную базу данных. То же касается пенсионных выплат, вопрос, который вплоть до сегодняшнего дня особенно беспокоил крымских пенсионеров. Тем не менее, выплаты почтовыми отделениями уже осуществляются и нет никаких предпосылок к тому, что следствия ЧС как-то повлияют на это в дальнейшем. Выплата пенсии не будет ни сорвана, она будет произведена своевременно. Для этого Пенсионный фонд приложил все усилия и сделал все то, что он должен был сделать. Да и с остальными социальными выплатами проблем не предвидится. Даже отчисления по материнским капиталам в Крымском отделении Пенсионного фонда России обещают произвести в срок. Наши владельцы сертификатов, которые обратились с заявлениями, ущемлены не будут и получат заявленные суммы в том объеме, в котором они их заявили. Кроме того, работа самих клиентских служб ведомства осуществляется по прежнему графику. В будни с 8 до 18 часов, в субботу с 9 до 16. Егор Петрунин, Евгений Стариков. Служба новостей ТВ.